Кстати, о любимых видео и о мастерах. Недавно под моим тоже недавним видео, да, «Два слона против коня», ну, я думаю, многие его уже посмотрели, там, по-моему, даже больше 30 тысяч просмотров, хотя видео свежее, написал один достаточно именитый, я бы даже сказал, шахматист. Вот у меня на прошлых стримах спрашивали, пишут ли вам гроссмейстеры благодарность за то, что вы разбираете их партии. Тут, в принципе, была разобрана не его партия, но была разобрана партия как раз Данила Дубова и Люка Макшейна. Да? Вот. И я разобрал ее достаточно неплохо в плане подхода к материалу. То есть взял одну книгу, вторую книгу, еще более подробно почитал информацию, подключил базу данных. Ну, как небольшая такая, как вот можно было научную статью написать на эту тему. Ну, кто в курсе, да, что это такое. Вот, значит, и шахматист Никита Мешковс, это латвийский гроссмейстер. Насколько я понимаю, он сейчас является действующим чемпионом Латвии. На минуточку, да, как бы тоже не последняя шахматная страна. Написал мне благодарственную, ну не речь, да, пару предложений, которые действительно для меня были намного большей поддержкой, хотя я, конечно, тоже ваши все благодарности уважаю и все, но квалифицированный игрок, не просто кто-то там, да, вот, он написал мне благодарность за то, как я разобрал это все окончание. Это к вопросу о вступлении, о том, что там много слов лишних сказано. Ну вот, к сравнению, один не очень, так сказать, далекий пользователь, да, написал, что-то в этом видео полчаса о чем-то можно говорить. Это его уровень. А уровень гроссмейстера — благодарность мне за проделанную работу. Поэтому, ребята, прислушивайтесь тоже ко мне иногда, что я говорю. Если я вдруг вам говорю что-то не слишком приятное для вашего уха, да, для, может быть, для вашего уровня, что-то вам трудно, что-то вам как-то не очень. Я делаю видео, скажем так, для истории, то есть чтобы люди посмотрели грамотные и люди это оценили. Если вы, ну скажем так, не дотягиваете до этого уровня, извините, это ваши проблемы. Как бы это грубо ни звучало, у меня уже не детский садик, то есть канал не 100 тысяч, да, не лягушатник, как говорится. То есть это серьезные люди подписаны на мой Facebook, на мои группы, то есть арбитры международные, люди в Украине известные в шахматах, в мире. Поэтому извините, какой-то Вася Пупкин будет меня учить, как разбирать партии или еще что-то делать. Я уважаю людей грамотных, я уважаю людей знающих. Если человек неграмотный в плане шахмат, но он с добром пришел ко мне на канал, я его тоже уважаю. Но если какой-то, извините за выражение, темный человек пытается в грубой форме предъявить какие-то свои претензии, то мой ответ соответствующий. Поэтому хотите, чтобы к вам относились хорошо на этом канале с точки зрения, так сказать, бана и всех вот этих моментов, отвечали на ваши вопросы, задавайте их корректно. Не надо спамить, не надо грубить, не надо пытаться кого-то обзывать, подключать политику, религию, какие-то личностные там вопросы. Мы обсуждаем шахматы, мы, соответственно, эти шахматы пытаемся продвигать среди людей во всем мире русскоязычных. Понятно, что все разного уровня, но у меня на канале написано. На этом канале найдут полезную для себя информацию шахматисты любого уровня, от начинающего до гроссмейстера. Вот этот пример, который я вам показал, он говорит о том, что это не пустые слова. Ну, я надеюсь, конечно, на ваше адекватное восприятие этой всей действительности.